Новое клубное мобильное приложение для вашего смартфона. Покупка билетов онлайн, календарь матчей, последние новости. А главное, наша онлайн-игра. Отвечайте на вопросы, делайте прогнозы, набирайте очки и выигрывайте призы. Играет команда, играете вы. Те ребята, которые остались у нас, мы с ними хорошо поработали в течение 10 дней. Там, конечно, было мало народа, но мы взяли с дублирующей с молодежной командой несколько ребят. С нами они позанимались. Мы, с одной стороны, мы их посмотрели, как ребят молодежки выглядят. Ну, плодотворно поработали. И сейчас готовимся к очередной игре. Надеемся, слава богу, все сборники вернулись без травм. Были некоторые ребята, конечно, которые болели, но, слава богу, все уже позади, все здоровы и готовимся, и все готовы играть в воскресной игре. Игроки сборной России, по ним хотелось бы более какую-то детальную информацию получить, как они восприняли два этих матча, которые провела наша команда, в каком настроении прибыли, все-таки поражение было во втором из них? Ну, во второй игре, конечно, после проигрыша настроение не очень хорошее, но надеемся, они быстро отойдут после этого проигрыша. Тем более, у нас очень важная игра. После двух побед в чемпионате хотелось бы также продолжить эту традицию победы. Можно один вопрос еще по сборной, но в привязке к «Локомотиву». Гильерме случилось это событие, сыграл за сборную России. Как тренерский штаб воспринял то, что ему доверили сыграть в том матче? Ну, мы восприняли, конечно, хорошо вот этот вызов и то, что он получил 45 минут и в матче сборной. И надеемся, что он, хотя у него, конечно, мало было времени, ну, эпизодов, чтобы показать, как он выглядит, но в чемпионате он неплохо выступает. И надеемся на будущее, что он, если это понадобится его помощь, я думаю, он также постарается этим вызовом воспользоваться. Вопрос по поводу Саши Самедова в догонку сборной. Многие считают, что вот этот выход на 4 минуты это скорее в минус футболиста, нежели в плюс. Если честно, не могу я точно сказать. Есть главный тренер, он решает, когда выпускать. Ну, конечно, нам хотелось бы, чтобы у него, конечно, было бы времени побольше. Но это прерогатива только главного тренера. Что скажете о сопернике предстоящем? Казанский «Рубин»? Ну, конечно, очень крепкая команда «Казанский «Рубин». Первые проигрыши они нам сделали в этом чемпионате. Я надеюсь, ребята все это помнят, и они должны вернуть должок.